Вот так вот получается. Этот. Сейчас ее тяжелый. Берем. Ложи ее сюда. Сегодня утром Митяй пришел на работу и говорит: Вован, давай, что-нибудь надо срочно сделать. Мне, говорит, идти к девушке на день рождения вечером. Давай что-нибудь придумаем. Ну и на скорую руку, поперебирав свои закрома, решили вот из таких нехитрых вещей сделать подсвечник. Будем пробовать, что получится. Пропилили акантик, цветочек. Сейчас вот сюда, в этот пропил. Вот в этот пропил ставим вот так этот акант. И с внутренней стороны его обвалим. Потом высверлим. Сейчас вот он высверлит со второй стороны на втором цветочке. Высверлит середку. И также вот этот. Вставляем туда. И обвариваем. Вот так вот получается. Этот. Сейчас ее тяжелый. Берем. Ложи ее сюда. Вот так вот ставим. И также с внутренней стороны обвариваем. Приварили этот акант к цветочку. Обваривали вот так с внутренней стороны. Обварили. Ну и приварили сам этот цветочку. Сейчас сварим. Сейчас вот этот приварим вот сюда. И все зачистится. И покрасится. Таких будет два штучки. Короче, получилось как-то вот так. Сейчас их обшлифовываем и в покрасочку. Получилось как-то так. Вот такие вот подсвечники получились. Покрасили подсвечнички. Покроем их еще патиной. И все будет в порядке. Вот такие вот получились подсвечнички. Ну вот, покрыли золотишком, покрасили, покрыли патиной. Получилось как-то так. Вот таких вот два подсвечничка. Вот такие вот подсвечники получились.
Все. Всем спасибо. До свидания. Подписывайтесь на канал.